Всем привет! Мы продолжаем Pet Simulator X. Я его было забросил, но открылась новая локация. Открылись новые яйца и новые пэты. Поэтому как бы не снять об этом видео. Так, у меня есть какие-то rewards. Надо редимнуть и... Я получал 200 тысяч даймондсов, 2 трипл коин буста, 2 супер лаки буста, 2 трипл дэмэдж буста и 2 ультра лаки буста. Короче, я заработал вот так вот кучу много денег. Кстати, я уже немного поиграл. Сейчас мы телепортнемся в наш тех ворлд. Я уже открыл новую локацию, одну маленькую. Сейчас покажу. Вот эта локация, она стоила 550 миллионов тех коинсов. Я здесь очень круто зарабатываю монеты. Прям очень классно и быстро. И здесь очень много бриллиантов. Посмотрите, сколько у меня. Вчера я вот, у меня было 0 практически. Уже 7 миллионов. И тут лутцы, вот эти мешки. Это просто капец. Мешками деньги дают. Кстати, я сейчас вместе с вами открою новую локацию. Вот эту, которая за 7,5 биллионов. А, и сейф. Сейф, это хорошо, сейф сейчас немного даст. Вот мешочек. Мешочек денег, иди ко мне, мой хороший. О, вот эти, кстати, висячие штуки. Вот эти, которые левитирующие, они тоже очень крутые. Посмотрите, какие толстые мешки. Он как у меня, с меня размером. Бабах! Кучу миллионов в одном мешке. Кто это там за пришелец какой-то ходит? Ты кто такой? Хе-хе, смешной такой. Он там свои висячие штуки делает, а я эти. Кстати, где висячий? Он открыл? Вот, я сейчас эту следующую. Сейчас будет, кстати, сейчас будет бонус, смотрите. Сейчас будет супер бонус. Бабах, куча мешков. Где-где-где? Вот виселка. Пока мои пэты работают здесь, а я пособираю мешочки мои. Мои мешочки. Классные. Полные денег. Так, 7,3. Мне осталось совсем немного, чтобы я мог открыть новую локацию. А там какие-то супер-мега-сундуки, в которых очень куча денег много. Бабах! Я люблю это. I like it. Так. Так, это сейчас мы там откроем. Перейдем сюда. Мне осталось где-то 150 миллионов. Это быстро. И мы открываем новую локацию. Вместе с вами. Так, 350. Ну почему ты сюда пришел? Мне не надо помогать. Какой-то пришелец ходит, мне тут пробует помогать. Баба! О, опять виселка, но это маленькая. Этот пришелец все крутые пооткрывал уже вещи. Ну ничего, мы на маленьких тоже сможем нормально заработать. Мне осталось 140 миллионов. И мы с вами открываем новую локацию. Эй, пришелец, вали отсюда. Смотрите, мешочки денег. Полно денег в мешочках. Вау, какие толстые. Так, ну придется открывать мелкие вот эти всякие штуки. Что-то у нас тут понабиралось много людей. Много пришельцев всяких понаехало. И нет крутых каких-то сейфов. Чтобы можно было очень быстро и за раз все заработать. Ну, зато мешки вылетают. Ай, обалдеть. Я люблю так. Бах! Бонусные мешки, это просто обалденно. Мне совсем немного осталось. Мне осталось совсем немного. Давай, 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 давай. И... Баба! 60 миллионов осталось. Давай, 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 давай. Сколько, сколько? 35. О, вот этот, кстати, вот эта виселка очень крутая. Сейчас я ее соберу. Сейчас попробуем ее открыть. На 13 триллионов. Вау, и там виселок крутых много. Уже много появилось всякого крутого. Но чувствую, что мне недолго здесь быть. Сейчас мы пойдем вместе в новую локацию. 7,5 миллионов. Биллионов она стоит. Я думаю, сейчас мы с этой штуки висячей. Как это называется? Кубик, что ли? Что это такое? Какой-то пришельцевый сейф. Будем так говорить. Пришельцевый сейф. Сейчас мы его откроем и пойдем в новую локацию. Осталось совсем мне немножечко. Всего-навсего 2 с чем-то миллиона осталось. Давай. И сейчас будет просто фантастика. Я могу открыть хакер-портал Эрия. Это не просто какая-то там хухры-мухры. Это хакер-портал. Открываем. Я в хакер-портале. И тут куча сундуков. И все? Только сундуки? Больше ничего нет? Какие они большие, а ну? Они 3000 триллионов. Это сколько в день? Квадриллионы. 3 квадриллиона. Но они такие медленные и скучные.
Они, наверное, круто денег зарабатывают, но они медленные, они скучные. Долго возле них стоять просто надо. Как быстро мы заработаем? Нам надо на яйцо 500 миллионов. Сколько я буду ждать? Там как-то веселее было в предыдущей этой локации. Просто тут один большой сундук, ты можешь оставить на полчаса свою игру, и оно заработает кучу денег. Но это не весело. Это реально скучно. А что там в этом портале? Только из сундуки или я могу туда пропрыгнуть? А ну-ка. Слышите этот звук? Вау. И что, все, я не пройду дальше? Не, а, не могу. Куда я пройду? Или не пройду? Не-а. Я не могу выйти отсюда, да? Да ну крутится! Реально какой-то портал крутейший. Мне интересно, будет ли продолжение этой игры вот туда дальше. Пока непонятно. Что я вам скажу, я зря потратил 7,5 миллионов, потому что это медленная локация, я тут ничего хорошего не вижу. Единственное хорошее, что я могу из одного сундука кучу собрать. Вот так вот оставить сейчас на полчаса, вернуться, и будет у меня куча денег. Но на самом деле она неинтересная. Но она крутая. Что же делать? Возвращаться в старую локацию, что ли? А ну-ка, что тут есть? Есть какие-то крутые открывалки, не? Ну, какие-то пришельцы ходят. О, это же мое! Triple damage boost! Я потерял. А мешок тоже мой? Мешок с деньгами я потерял тоже, прикинь. Понял? Так, у меня 100 миллионов. Надо же зарабатывать на яйца, надо открывать новые яйца и новые пэты. Вдруг мне повезет что-то крутое открыть. 3 миллиона, это сколько я его буду открывать, а? 3 квадриллиона, вау. Это очень долго. Зато там бонус, наверное, будет при открытии. Сумасшедший какой-то. Что-то я завис. Я не знаю, что дальше делать. Я думал, я сейчас с вами буду открывать яйца тут пачками. Но у меня мало денег для этого. Кстати, хотите, покажу своих пэтов? У меня есть вот такой крокозяблик радужный. Его можно сделать уже... Dark Matter можно сделать. Есть вот такие собаки. Получается, у меня есть одна собака, вторая собака и треть. Три собаки есть и два кота. Это вот эти новые. Из новых яиц. Так, 3 миллиона 150. Как-то мне кажется, я в той локации быстрее зарабатывал. Даже, чем здесь. Зря только потратил деньги. Я мог бы 7,5 миллионов, я мог бы купить 15 яиц. И уже бы иметь кучу всего классного. Короче, все, идем сюда. Давай, все сюда. А я пока туда пойду денежки соберу. Да, как-то так. Меня расстроили. Это классная штука, но если ты не играешь, не снимаешь ничего, а просто оставил пэтов и... зарабатываешь кучу денег. Медленно, но надолго. Вы меня поняли. Так, пробуем открывать здесь. Ну реально, я тут вот, не знаю, мне кажется быстрее. Вот эта классная штука, а, ну ее уже заняли. Уже чужие пэты с ней работают. А тут подарочки всякие. Мне нравится, что после этого бонусы, бонусы, бонусы мешками. Кстати, монетки, вот эти монетки очень крутые. Это же мое взорвалось, да? Нет, сейчас мое взорвется. Бабах, вот куча бонусов. Вот эти монетки, они не обычные монетки. Они 26 триллионов. И из них тоже куча бонусов. Мне нравятся вот здесь вот эти подарочки. Какой звон, какой замечательный звук. Звон монет. Обалдеть. Вот это я люблю. Так, там пока работает над монетками, надо поискать что-то еще такое классное. Ну я расстроен, реально зря потратил кучу денег. Я так старался, собирал их. Думал, что я сейчас вам покажу фантастиш, а фантастиш не получилось. Вот, вот крутые еще эти монетки. Вот, подождем, пока те открываются, и мы их откроем следующие. О, уже 235. Пришелец тут так и ходит. А если бы вместе мы открывали, интересно, от сундуки вот те... Вау, сколько мешков у меня насыпалось подарочных этих, бонусных. I like it. Вот это взрывы. Это пришелец так работает. У него какие-то мощные суперпэты, наверное. И сейчас новые монетки будем открывать. Есть бонус, куча мешков. И мы идем, пока пэты тут работают, я пойду там пособираю мешки. Мешочечки с денежками, с денежечками. Трейд реквест. Так, кто там не хочет со мной поторговать? Три? Это что за нубик? Ну на тебе 3000 за это. Хочешь дам 100 тысяч еще? Давай, я добрый сегодня. Могу дать даже еще вот эти вот все, они мне не нужны. Не хочет? Ты что, думал, что я тебе миллионы буду давать за это? Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Зато смотрите, сколько у меня мешков, а? Ну реально здесь быстрее собираются деньги, зарабатываются, чем... той локации. Возможно, там, когда заканчивается уже сундук, тогда становится быстрее. Короче, бонусов много выпадает. Но пока что как-то так. Не очень.
Ух, как посыпалась, как посыпалась. Куча. Я могу купить яйцо. Я уже могу купить яйцо. Вот, ой, новые монетки. Вот, классные монетки, все. Это круто, сейчас мы оставляем детей наших работать здесь. Кстати, да, пока я буду работать там это, покупать яйца, я оставлю они, пускай они тут не работают. Посмотрите сюда, сколько денег и бриллиантов. У меня уже 8 миллионов. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментах, что делать с этими бриллиантами. У меня их уже 8 миллионов, и я не знаю, куда их вообще использовать. Они как будто бы бесполезны. А мы тем временем идем в магазин. Я вам покажу эти новые яйца, у кого они не открытые. Вот недавно открылась вот эта локация Glitch Eggs. Обычное яйцо стоит 500 миллионов. Золотое 4,5 биллиона, ну это бесполезная штука. Покупаем за 500. И давай ко мне редкое что-то. А ну... Что попадется? Собака. Ладно, собака тоже хорошо. Сколько у меня уже собак? 1, 2, 3, 4. Еще 2 и можно будет сделать золотую. Если честно, я вчера уже делал, но я их проиграл. Я стал делать радужные, у меня ничего не получилось. Да. Идем обратно, там уже мои дети уже поработали, наверное. Чего их детьми называю, не знаю. Ну, в общем, где мои дети? Вон они. Так, мои пэты работают. Надо найти что-то новое им открывать, крутое. Чтобы надолго и на много денег. Нет пока ничего. Ладно, подарки пооткрываем. Это тоже круто. И красиво. А, вот это кубик, кубик тоже. Он не самый крутой, этот фиолетовый, но тоже нормально. Я люблю, сейчас бонус будет. А ну, смотрите на эту красоту, а. Куча мешков с деньгами. Это просто, ну, неописуемая красота. I like it. У меня уже опять 250 миллионов. Я еще ничего не делал. У меня уже опять куча денег. Так, ничего большого пока не вижу. Сейчас пойдем открывать подарки. И потом, когда заработаем еще там собак, будем делать их золотыми. А может даже и радужными. Вот как повезет. Бах. Давай, вот это салюты, салюты, бах. Бонусы, салюты, I like it, подарки. Давай, давай, открывайте. Чё вы стоите? Эй, чё, зависло? Мне кажется, мы зависли. А, не, нормально. Есть, продолжаем подарочки открывать. И монеточки тоже, всё, что по дороге попадается, всё открываем. Сейчас всё засыплю своими мешками с деньгами. Всю локацию. Ой, я не успел туда открыть. Ладно, открываем. Открываем это. О, виселка появилась маленькая. Что-то еще? А, вот это круче даже. Все, пока работаем здесь. И собираем мешочки. Денюшки. Я люблю денюшки. Денюшки и бриллианты. Вот опять же, с бриллиантами вопрос. Подскажите, а? Ну что, непонятно. 8 миллионов есть, куда их использовать, кроме как там энчантать, зачаровывать и что там еще можно делать. Золотые, ну ты же их не используешь все никак. Собираем на новое яйцо. Сейчас будет салют, готовьтесь к салюту. И... Это красота. Отправляем детей сюда. А что детей? Почему я их детьми называю? Потому что они маленькие. Красота. Сейчас новый салют скоро будет. Готовы увидеть салют? И... Бабах! Но это не такой крутой. Из голубых круче получается. Дух! Бах! Вот это мешок! О! Вот та крутая! Вот! Это очень крутая штука. После нее мы точно пойдем покупать нового пэта. У меня уже почти 400. Сейчас пока дойду, будет 400. Тут вообще так быстро зарабатываются в этой локации, капец. Да, уже 405. Так, надо с вами хотя бы купить еще пару этих пэтов и сделать их голден какой-то. Кстати, у Кати были вот эти вот собаки или кошки по 2 биллиона. Я не знаю, как так. У меня вот только вот 1,15, 1,2 максимум. Как у Кати так... Такие крутые попадались. Давай, 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 копайся.
чтобы я мог быстренько купить новое что-то. Вот этот у меня, кстати, самый крутой, у него самый крутой энчантмент этот, зачарование. Плюс 100% дэмэдж и плюс 100% даймондсов. Очень крутой. Но я думаю, когда я сделаю вот эти доги всякие, будет тоже не хуже. Доги-моги. И вот это сейчас будет крутой салют. Вот это крутой салют. Даже какой-то подарок. Супер лаки буст. Ах, какой звук. Какой приятный звук. Сейф. О, 500 миллионов. Можно идти покупать нового пэта. А ну, техшоп. Пам. Я уже много покупал, мне только собаки и кошки. А вот тут же есть редкие вот эти 2%, которые. Вот надо, чтобы они попались. Давай, вот, пальцы скрестили. Редкая, редкая, пожалуйста. Не, собака. Ладно, а сколько мне собак уже? Раз, два, три, четыре. Пять собак. Еще одну собаку и пойдем сделаем золотую. Посмотрим, какая она получится крутая. Там уже мой сейф открыт. Нет, еще работает. Вот, как раз салют, сейфовый салют. Еее. О, еще один сейф. Открывайте, ребятушки. Сейчас еще одна собака. И пойдем делать ее золотую. Я не хочу рисковать. В прошлый раз я рисковал, потратил все свои собаки. Есть. 100 миллионов. Уже. Еще не успел никуда сходить, у меня уже 100 миллионов. И опять подарок. Какой? Triple Damage Boost. Интересно, где они коллекционируются, эти бусты? А то я их только открывал много всего. И не вижу, где они у меня есть. Пам-пам-пам-пам. И салют! Еее! О, опять подарок. Какой-то буст сейчас будет. Опять супер лаки буст. Опять супер лаки, да? Вот почему мне не везет и что-то редкое, чтобы мне попалось, а? Хотя супер лаки. Не такой он и супер лаки. Мешочечки с денежками. 160 миллионов. Это хорошо. О, вот, 20, вот это крутая монетка. Как я говорил, вот они как будто бы упакованы, как будто бы обернутые бумагой упаковочной, такой подарочной. Это не простые монетки, а крутые. Все, это надолго. Cool. Поищем еще, может, такие монетки найдем, а? Баба! I like it! Ох, как звенят монеточки. Как же это приятно. Сейчас откроем эти монетки, пойдем подарочки пооткрываем. И... Ой, какие мои прекрасные пэты. Пойдем делать золотые. Кстати, вот этого тоже надо будет отправить на Dark Matter. А то он зря тут сидит. Честбрейкер. Кстати, он крутой очень. Честбрейкер супер-пупер. Но Dark Matter будет еще круче. Только подождать надо будет, пока он сделается. Вау, какой классный фонтанчик. Салют целый из мешков с деньгами. И бриллиантами. Так, сметанка хочет потрейдить со мной. И что ты хочешь? Сметанка, хочешь 270 миллионов? Ну, ready. Она мне кошку даст. И чё? Она мне дала кошку за 270 миллионов. Не дала. Она две кошки хочет дать мне? Ну давай. Кошку и собаку. Спасибо, сметанка 2079. Есть, мы можем делать золотого. Ура! Мы уже можем идти и делать золотого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть собак уже есть. А кошек сколько? Один, два, три. Кошки без языка, кстати. Так что очень круто. Спасибо сметанке. Сейчас пойдем сделаем золотого пэта. Сейчас мы еще одного купим. Вот у меня недолго осталось уже, чтобы купить еще одного пэта. И пойдем делать золотых. Еее. Кучу подарков. Кучу бонусов. Все хочу. А сметанка, кстати, мне подарила. Она же не знает, что мы снимали. Вот попадется так вот видео к нам. Вау, вот крутые штуки. Во, вот это крутые штуки на 32. Сейчас надо пока пособирать денежки. Сметанка 2079. Молодец. Подарила мне два таких крутых. Собаку и кошку. 410, все, сейчас открываем вот эту штуку и идем покупать нового пэта. А вот эти, я понял, действительно, это те, кто никуда не спешит, он может оставить пэта вот здесь и идти там завтракать, обедать, ужинать, гулять, возвращаться, и у него куча денег. Потому что вот здесь все-таки нужно играть, нужно туда-сюда их водить. А там просто оставил и все. И миллиарды себе копишь. Ох, тогда можно кучу пэтов купить, я думаю. В следующий раз, если мы будем снимать продолжение, у меня уже будет здесь Dark Matter. И я думаю, наделаю еще с вот этих тоже Dark Matter'ов.
Ну что, они быстро зарабатываются, в принципе. И у меня будет их много. А что, у меня скейт у меня есть? У меня открытый ховер... А, за робоксы. Ладно, не надо мне ховерборд. Я думал, уже можно на этом уровне просто так брать. Вообще, все закрытые, да? Ну и ладно. Зачем мне ховерборд? Телепорт для этого есть. Телепортом раз-раз и все, и перекинулся куда надо. Есть! Давай-давай-давай, мне еще 15 миллионов, 13 миллионов. Все, нет? Давай-д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 авай. Бах! 510. Все, я иду покупаю новое яйцо. Новое яйцо. Новое яйцо. Вот мне еще ни разу не попадалось что-то вот это эксклюзивное. Вот только вот эти бейсики. Или как они? Common. А ну, открываем. Yes, давай. 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 Кэт. Ну, кэт тоже классный, но я хотел что-то редкое. Идем посмотрим, как там сундук наш, открыли тот или нет. А ну-ка. Так, сундук. Еще 15 этих триллионов осталось. Дооткрываем и пойдем. А что будем делать? Что с котами у нас? 1, 2, 3, 4 кота. Может не повезти, могу проиграть все 4 кота. Вот если золотой делать. Жалко будет, если проиграю. О, вот монетки тоже классные вот эти. Мне тоже много дают. Что делать? Рисковать 4 кота делать золотыми? Или все-таки ждать, зарабатывать, чтобы 6 было? Я не знаю. Вчера все проиграл, реально, честно. Сначала выиграл золотыми пару штук, а потом делал рейнбоу и все проиграл. Это фантастиш. Вот этот вот, я не знаю, ну невозможно, вот, чтобы это не нравилось. Я думаю, это нравится всем, вот эти звуки. Эта мелодия очень приятная для ушей. Когда монетки звоном наполняют твой кошелечек. Все, идем делать голд. Идем делать голд. Шоп. Сейчас сделаем золотую собаку, а может даже кота. А ну, вот сейчас проверим, насколько я лаки. Давай, golden pets. Та-дам. Делаем собаку. Собаку у нас есть 6. Делаем все, окей? Yes. У меня, естественно, получается золотая собака. А теперь я рискую. Я делаю кота. 63% вероятность. Я проиграю или нет? Yes! Yes, 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 yes! У меня есть золотой кот и золотая собака. Все, это обалденно. Где? Где они? Вот они, по 3,5 биллиона уже. Они эквипнутые, прикинь. Ой, у меня уже нечего эквипать дальше. Уже совсем плохие пэты. А вот эти крутые. Dog and cat. Оба золотых. Посмотри, какие красавчики, а? Ну что, идем назад. Tech World. У меня 2 золотых. Вау, какие золотые красавчики. Вообще. Вот. Ну я уже больше не буду ими рисковать. В прошлый раз, я же говорю, я порисковал. И я их потратил зря. И золотые у меня не получились радужными, к сожалению. Я буду зарабатывать, чтобы у меня было несколько. 5 хотя бы золотых. И тогда буду делать радужные. А из радужных будут Dark Matter. Это сколько они будут? Если золотой 3,5, то радужный будет где-то 10, а Dark Matter будет по 30 миллионов. Вау! У меня только один есть больше, и то мне кто-то подарил. Я вот не помню, кто мне подарил. Мне он подарил его радужным, по-моему, а я сделал Dark Matter. Или сразу мне Dark Matter дали. Ну, короче, кто-то мне из хороших ребят, из подписчиков, наверное, подарил. Я предлагаю купить еще одно яйцо сегодня и пойти отправить на Dark Matter моего крокозяблика пришельца вот этого. Вот он тоже крутой. Ну что, он 6 миллионов, пускай будет 18. I like it. Как же красиво сыпятся эти мешочки. Давайте, открывайтесь. Все денежки, взрывайтесь. И бриллиантики тоже. Правда, не знаю зачем, опять же, эти бриллианты. О, подарок. Ультра лаки буст. Давай, еще зарабатываем. О, сейфы. Сейфы, это круто. Зарабатываем еще на одно яйцо. Посмотрим. Ну, должно же мне попасться что-то редкое, а? Все, коты да собаки. Это красивые они. Я люблю котов и собак, но хочется что-то покруче. Ва, там, короче, появились классные открывашки. Что можно открывать?
вот это да. Тут, конечно, мощно. Очень мощно. Я, наверное, сейчас после видео... Вау, какие у него крутые эти все радужные. Даже Dark Matter есть. Вот ты мощный чувак, аниме. Он точно про. Я, конечно, уже не самый нуб здесь в этой игре. Салютики. Даже не надо ничего говорить. Просто ходишь, собираешь денежки, оно звенит и очень приятно. Бах! Вот эти мешочки, капец. Еще в предыдущей локации надо было долго ждать мешков. Сейчас они прямо кучами, салютами высыпаются. Во, посмотрите на это. Вот супер лаки буст. Но почему я не лаки получить хорошего пэта? В смысле какого-то уникального или крутого, или редкого. Так, 90 миллионов. Все, сейчас, я думаю, пойдем. Еще вот это, может, еще чуть-чуть. И пойдем открывать новое яйцо. И подарочки. Во, бусты. Так, пособираем. Давай салют. Салют. Я уже собрал 2000 мешков. Сейчас после этого точно пойдем покупать пэта нового. А, я оставлю пока своих пэтов работать с сундуком, чтобы зря время не тратить. Они останутся копать сундук. И посмотрим, сколько денег они заработают за это время. И бонус. Итак, 521, да? Идите вот здесь, поработайте. Посмотрим, пока я куплю пэта, сколько они мне еще заработают. Вот удача, где моя удача? 2% вероятности получить вот этого пэта. Хочу. И раз, есть. Давай, давай, что-то удачное. Кэт. Ну, спасибо за кета. Ладно, что делать. Кет тоже хорошо. Кстати, надо эквипнуть его. Зачем мне вот этот, если можно эквипнуть кета? О, и кет со мной ходит, вот он. Он такой смешной, даже на кета не похож. Вот такой вот котик. Ну разве это котик? Хотя да, котик. Гличит котик. И теперь, если помним, у меня 22 миллиона. Идем посмотрим, сколько мне заработают они. 27, а ну. Пока я покупал пэта, мне заработали 30 миллионов. Ну не так-то и много, ну и немало. Тоже очень даже неплохо. А, надо же пойти поставить Dark Matter. Где мой этот? Надо же сделать Dark Matter'ом моего пришельца. Че он зря со мной там ходит? О, котик со мной остался. Так, View. Что у меня тут? У меня делаются два вот таких Dark Matter'а. И сейчас мы еще добавим. Make вот этого. Делаем. Convert. Yes. 4 дня, и у меня будет еще вот этот. Этот даже покруче будет. Вот этот будет очень крутой. Это ты кто? Ты кто такой? Что с тобой? Какой-то Among Us с туфлей на голове. Ужас. Among Us с туфлей на голове. Ты кто такой? Ладно. Возвращаемся к нашему сундуку. И у меня уже 80 миллионов. Я думаю, что для одного видео это более чем достаточно. Мы сегодня открыли почти две локации. Мы сегодня открыли яйца, сделали золотыми и Дога, и Кэта, кошку и собаку. И это было вообще очень круто и прикольно. И научились зарабатывать много-много денег. Если вам понравились мои приключения, мои пэты и вообще все, что мы тут делали, ставьте обязательно лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока! Пока!